Сейчас всем добрый вечер. Сейчас мы идем на экскурсии в старый город. Там катер только загружается. Там грузится, там народу полно. Продолжаем свое путешествие по старому городу. Опять зашли в улочку. Слышна русская речь. Булочки. Длинные, да? Булочки, пицца. 2 евро. 2 евро кусок. Да. Создадим очередь. Смотри, тебе блины припекут здесь. Кусок 2 евро, булочка 1,5. Купили мы пиццу. 2 евро. 2 евро кусок, да. Ну, такая интересная. Утоли голод. Вот этот причал для яхт, катеров. А за спиной вот это старый город. Здесь 8. Мы вещаем с пристани, где стоят вот такие красивые двухпалубные яхты. Вот и вся Буддийская ривьера именно сейчас в отдыхе. Двухэтажные, трехэтажные отельчики. Вот это выход. Там виднеется выход с этого старого города. Вот такая ривьера.
Впереди я вижу аттракционы детские, лодочки. Я думаю, что мы сейчас туда прогуляемся, но будет уже темно. Посмотрим, как съемка будет происходить. Что мы еще нашли на пристани? Это подводную лодку экскурсионную. Откуда мы пришли, направляемся вдоль берега. Вот сюда. Набережная Будвы. Практически усеяна туристами. Всем привет, даже добрый вечер. Мы приготовили себе салат, купили в магазине фету, купили оливки натуральные, вот такие оливки, огурцы, помидоры очень вкусные, и все это оливковым маслом. Ну что, всем приятного аппетита. Зачем дегустацию? Да.